Ну, пошли. И раз, два, три, и поклоном на земле Карамат. Понравилось? Понравилось. Но у нас есть свое приветствие, которое немножко отличается. Мы будем стоя, мы не любим ходить далеко. Мы смотрите, как сделаем. Ручку в сторону, к сердцу, наверх. И вот вмещающий вам поклон издалека. Сложно, да, пройти пару шагов? Да, конечно. Мы очень дальновидные. Ну а теперь мы им покажем, что мы их не боимся совсем. Мы все-таки с ними маленечко враждуем. Я сейчас покажу, что мы сделаем. Мы их маленечко напугаем. Дело следующим образом. Раз, два, три. Ага! А, это... Готовы? Это пугание. Сейчас, смотри, сейчас получится. Готовы? Пошли. И раз, два, три. Ага! Пугались? Ну что ж. Придется нам уйти из своих домов, потому что смотрите, как мы будем делать. Раз, два, три. Уху! Я один готов, да? Итак, ну что ж, сейчас проверим вашу готовность. Пришли! Раз, два, три. Уху! Но мы нисколько, да, не испугались, берега? Вообще не испугались. Сейчас мы покажем, что мы не испугались. Смотри, делаем следующим образом. Раз, два, три. И вот так прыгаем. Фи-фи-фи. Отлично, готовы? Чтобы они знали, что мы не боимся, нам вообще не страшно. Пойдемте. И раз, два, три. И фи-фи-фи. Поняли? А еще культурные люди называются. Да надо снова выйти и так возражение сделать. Так, раз, два, три. Ага. Что это такое называется? Пи-пи-пи. Это уж совсем не культура. Давайте уж возражение-то сделаем. Раз, два, три. Ага. Что это такое? Да нам на ваше ага. Ого, пойдемте. Раз, два, три. Ого. Раз, два, три. Ого. Ну что ж, они опять нас вызывают из деревень. Давайте угу и без тренировочки. Раз, два, три. Угу! А мы так покажем, что он вообще воспитанный, ничего не боимся, поклоны сделать. Давайте пошли на поклон. Раз, два, три, поклон. Вот так вот, на ваше вот это все у, ага. Ну хорошо, мы тоже все-таки культурой на культуру ответим. Сделаем три шага вперед. И наша торжественная руку в сторону, к сердцу, наверх. И нищащий вам поклон. Пошли в этот раз, да, смотрите. Да. В прошлый раз не пошли, тут пошли. Пи-пи-пи нам на ваш поклон, давайте. Раз, два, три. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи? Значит, да. А мы снова культурно ответим. Давайте все-таки. Раз, два, три. И нижайший вам поклон. Вы великолепно пи-пи-пи делаете. Никогда так не видел. Можем научить, хотите? Пи-пи-пи. Можем пару тренировок вам пи-пи-пи отправить в деревеньку. Но давайте и мы им тоже поклонимся. Мы все-таки люди воспитанные, культурные. То, что они про нас думают. Давайте. Раз, два, три. С поклоном. Прощаем вас, хорошо. Пи-пи-пи у них там какие-то. Прощаете? Да, мы вас прощаем. Пи-пи-пи.